в сегодняшнем выпуске. Ого, тоже что-то из серии хот-дога, только уже мороженое, ребят, смотрите, причем мороженое шоколадное. Шоссе, наконец-то, сейчас можно пошибать даже, встречки пошибать можно. Так, у нас есть синий щит, тут полно монеток, просто куча монеток, ребята, просто рассыпано везде монет. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну да, машинка классная. Всем привет, ребята, вы на канале Pop Fun 2 Машинки. Поиграем сегодня в Fairly Breaks без тормозов, ребята. Отказали тормоза. Так, это у нас с предыдущего выпуска тачка Hot Dogs. Hot Dogs тачка. Она, в принципе, прикольная, на ней можно ставить рекорды. Так, кто не смотрел, ребята, можете посмотреть предыдущий выпуск по этой игре, где все видно, как она едет. Так, а сегодня откроем новую тачку и новенький скинчик. Но чтобы открыть новый скин, нам нужно накопить 43 монетки. Ребята, что-то мне подсказывает, что мы не сможем этого сделать. Ладно, хотя бы новую тачку открыть было бы здорово. Так, начинаем. Начинаем. А сейчас наша девка Анита разобьется. И откроем новую тачку. Посмотрим, что нам выпадет. Так, у меня в коллекции уже, в принципе, полно всяких разных машинок. Но еще очень много можно открыть машинок. Ой-о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 й. Бам! Все. Все, тачка осталась там. А девка наша полетела дальше. Да. Так, ну такое тоже бывает. Так, открываем машинку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подобрать контейнер. Ну ладно, давайте первый. Ого, тоже что-то из серии хот-дога, только уже мороженое, ребят, смотрите. Причем мороженое шоколадное. Айскрим, да, мороженое, да, правда, этот, как это называется, магазин на колесах, где продают мороженое. Ну-ка, давайте-ка заглянем в наш гараж. И наверняка эти тачки стоят рядышком. Эти тачки стоят наверняка рядышком. Сейчас мы проверим это. Так, сколько нам нужно еще монет накопить? Еще 42 монетки накопить нужно, ребята. Это немало, так сказать. По дороге их собрать очень будет сложно. Ага, они рядом стоят, смотрите. Они прям реально рядышком стоят. Так, либо вот это мои тачки. Ну да, и здесь тоже они рядом стоят. Ну, я думаю, по характеристикам она едет так же. По поведению она будет точно так же вести себя. Так, ладно, берем этот Руперт. И поехали, поехали. Так, по снежной трассе. В принципе, снежная трасса — это прям идеальное место для рекорда. Ну, у меня рекорд почти 12 тысяч метров. В принципе, долго придется сидеть, чтобы побить его. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Опасно. Так, 60 монеток у нас уже есть. Еще 40. Так, 39 остается монеток. Еще набрать нам нужно, ребят. Так, пулеметик берем. Где же шоссе? Где мое любимое шоссе? Так, еще монетка. Здесь по дороге просто валяются. Полно монеток валяется, на самом деле. Плюшек мало, а монеток очень много в последнее время. Либо и раньше так же было, просто я не замечал, возможно. Но в последнее время я начал замечать, что очень много монеток по дороге валяется. Не, наверное, все-таки после обновления там что-то изменили. Раньше за определенную дистанцию проезжаешь определенный метраж и автоматически накидывалась монетка. А теперь нет такого. О боже, я прям в дерево полетел. Очуметь. Да, 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 да. Сколько метров? 1665. Так, побейте свой. Ну давайте с тенью своей проедем. Гонка с тенью. Ну, я, наверное, на этот раз-то дальше проеду. Так, трасса у нас
та же самая, когда гонка с тенью запускаете, у нас трасса та же самая. Остается! О боже, о боже, о боже. В тот раз также проехал только справа, а на этот раз слева пришлось прям между деревьями пропихнулся как-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не вижу, что происходит. Опаньки, опаньки, да что ж такое-то, сегодня какой-то день у нас кошмарный. Так, все, уже с тенью больше не пускают. Ладно. О, у нас монетки копятся, копятся в принципе быстро, ребята, да? Так, шоссе наконец-то. Сейчас можно пошибать даже, встречки пошибать можно. Так, у нас есть синий щит. Мой любимый синий щит, мой любимый синий щит. Обожаю я тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая песенка. А я чё-то чуданул. Что-то я забылся совсем, ребята. Я чё-то забылся. У меня щит синий, не бесконечный. И он закончился. Так, ладно. 68 у нас пока есть монет. Копим дальше. Так, здесь я брал синий щит. И не забыть бы, что там дальше будет у нас переезд за шоссе. Так, сшибаем по возможности тачки, хотя плюшек от них никаких нет. Никаких... Эй, это что был-то? Это у нас тень полетела. Это у нас тень полетела. Это с прошлого заезда. Так, берем монетку. Берем, прям на монетку сигаем, давай. Опаньки. Остается у нас 30 монет докопить. И можно будет открыть новый скин, нового персонажа. Точнее, не новый персонаж, а может и новый персонаж нам выпадет. Там бывает, что Фил не Фил, совсем какой-то переделанный бывает. Типа Филборга что-нибудь такое вот, ребята. Ребята, типа Киборг Фил. Там такие сплавы попадаются, кошмар просто. Так, 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 вот это опасное место на самом деле. Вот это вот место опасное. Слишком много деревьев. Причем... наверху, ёшкин ты макарёшкин. Ай-я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 й. Лишь бы не провалиться вниз. Так. Монеточки копятся. Еще 24 монетки остается докопить. Так. О, вот монетки подряд прям идут. Ну, раньше не было такого. Раньше у нас, я уже говорил, раньше монетки капали, тикали сами по себе. Проезжаешь определенную дистанцию, и монетка сама падала. Ну, плюс попадались, конечно. Попадались по дороге всякие монеточки бонусные. Но в основном они добавлялись за определенную дистанцию. Так, еще 21 монетка нам нужна. 2900 проехали. Шоссе? Шоссе? Нет. Замедление времени. Так. Вижу еще впереди монетка. Ребята, впереди монетка. 81-я. 81-я в общем количестве. Так, есть. Еще одна монетка вижу. Так, есть. Прям между деревьями. Вот здесь опасное место тоже было у нас. Вот еще одна монетка. Тут полно монеток. Просто, просто куча монеток, ребята. Просто рассыпано везде монет. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, машинка классная. Она управляется очень здоровски. Ну и, в принципе, как та же самая, как этот хот-дог. Так. Еще 17 монет у нас остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно. Ненавижу шоссе, ненавижу эти переезды всякие. Точнее, не шоссе, а вот эти переезды. Шоссе-то я люблю, шоссе обожаю. А вот переезды вот эти вот ненавижу. Так. Еще 15 монет. Ай-яй-яй, не хочу я брать замедление, но придется, наверное, все-таки. Так, цепанул верхнюю ветку, вы видели? Все-таки трясанул нашу машинку. Давайте поедем, наверное, слева.
Сейчас между машинок пропихнемся. Пропихнемся. Кыш, машинки. Кыш, кыш, кыш. Это какой-то трафик рейсер просто. Так. Опаньки. Ребята, кстати, у нас сегодня в час дня выйдет выпуск по игре Hill Climb Racing 2. Я там буду гонять на танке. Так что не пропустите заглянуть на канал в час дня. В час дня будет прикольно, надеюсь. В принципе, на танке я гонял. Но она управляется. Управляется. Там управлять-то нечего. Но в принципе едет очень шикарно. Представляете, она неровности обрабатывает очень здорово. Так что не пропустите выпуск по игре Hill Climb Racing сегодня в час дня. Так, остается у нас 10 монеток докопить. Уже меньше. Еще 7 монеток остается у нас. Так. Ай-я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 й, опасно, опасно, монеточку берем. Нет, что там впереди? Уй, бугры, бугры, деревья, все на свете. Так, берем, 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 берем. Опаньки. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй, опасно, опасно, пулеметик, отлично. Я синий щит был бы намного полезнее. Так, 3 монетки еще. Так, вот здесь по-любому монетка. Опаньки. Так, еще одна монетка впереди. Ой, ребята, опасно, опасно, опасно. Да что ж вас здесь раскидало-то деревьев? Ой, кошмар. Не-н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 е. А? Все-таки задел. Ой, я как хорошо шел-то, ребята. 7300. 7300, да больше, 7000, там где-то 400, почти 500. Ой, ой, еще дальше полетела девка наша. Да. Так, ладно. Ладно, ладно, ладнушеньки. Ну что, ребята, не будем мы добирать еще одну монетку. Это у нас будет уже в следующем выпуске, да? В следующем выпуске. В следующем выпуске начнем, наверное, с открытия нового скина. Нового скинщика, персонажа. Посмотрим, что нам выпадет. И постараюсь накопить монеток. И откроем еще, наверное, новую тачку. И не пропустите сегодня в час дня Hill Climb Racing. Будем гонять на танке. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.